Приветствую вас, меня зовут дядя Митя, ее зовут Юлия, и мы сейчас находимся на территории Воронежского заповедника. Сегодня вас ожидает, мы пройдемся по экотропе Черепашища тропинка. Оставайтесь с нами, и будет интересно. Прогулка по этой экотропе, черепашья дорожка, да, стоит 100 рублей, проверяют на входе сюда. Довольно-таки интересно все равно посмотреть на эти сосны, которые окружают нас вокруг. И мне кажется, нормально, что. То, что можно в такие вот выходные дни выбираться именно в лес, гулять и не бояться за свою жизнь, то, что здесь нападут на тебя волки, сидят, разорвут, или алкаши какие-нибудь будут рядом жечь костер и кричать. Здесь такого вы не встретите. Думаю, то, что вы не пожалеете, прогуливаясь по этой экотропе. Вот я тебе о чем говорил. Да. А также, видите, еще тут сделан мост, чтобы вы не споткнулись и не сломали себе ногу. Смотрите, какой сделан мост красивый. Чтобы никакие растения не сломают, когда будете ходить. Прогуливаясь осенью, вы можете встретить разные раскраски растений. От бурого черного, да, коричневого, до зеленого, практически нетронутая осенью. Посмотрите, свет. Блин, не могу мимо пройти, потому что здесь тропинка, конечно, идет. Но посмотрите, какая здесь красота, блин. Здесь папоротника очень много, он пожелтел, непонятно какого цвета. Да, не, классно да, выглядит, просто шикарное место. Здесь раньше болото было, а сейчас, видите, уже все пересохло. И такие деревья полусгнившие там валяются где-то. Ну, вид, конечно, обалденный. Я такого вида не видел на самом деле. Не, очень круто смотрится. Все экскурсии были просто офигенные. Просто вообще офигенные, которые я даже не знаю, с чем передать. Такое ощущение. Мне все понравилось. Ребят. Особенно цена. Не, классно все. Кому понравилось мое видео, не забывайте на меня подписываться. Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юля. А также в конце поставить, конечно, большой-большой лайк, то, что я вам снимаю это все. Все, всем удачи и пока.